беременности появились осложнения. Здесь у меня все пылает, здесь рыбка форель. А ты пари, ты пари. Всем доброе утро, сейчас 7:30 утра, я спешу сдавать анализы. Включила вспышку, потому что у меня ужасная припухлость, я ночью тоже не спала. Так что состояние, конечно, и вид ужасный. Расул уже завел машину, я быстренько сейчас спущусь и расскажу вам, какие анализы я сдаю. Нас уже здесь помыли. Чистота. У нас снега как будто и не было. Одни лужи. Ни снега, ни мороза. Как всегда. Ищу Расула. Заправляться, наверное, поехал. Мы, как всегда, едем, и пробка. Я никакая, потому что не поела, не успела с утра, и ночью тоже не спала. До 6 утра вообще сна не было. Влог делала. Вот такие вот дела, девочки. Не знаю, успеем, нет. 9:15 мне нужно быть там. А мы в пробке застряли. Расул нервничает. Наш райончик. Я уже шубку одела. Вчера был снег, сегодня слякоть. Но все равно холодно. Еще я в водолазках не привыкла. Я помню, всегда я в футболочках была. Зимой тоже футболка, летних. Сейчас мне жарко. Вот такая вот пробка. Ну, здесь проблемы, да, с пробками постоянно. Город Краснодар не рассчитан на такие вот узкие дороги и столько машин. Вот это плохо. Сейчас новый мост построят здесь большой. В принципе, рядом, да, куда я еду? Так, что я хотела рассказать, я даже забыла. Почему я сдаю анализы? Периодически мне нужно их сдавать, потому что у меня был гестационный пиелонефрит, который перерос в хронический. И мне нужно каждые 2-3 месяца сдавать анализы, проверять, все ли у меня в порядке. Кто не знает, это связано с почками. А у нас самые главные органы – это почки и сердце. Так что за ними нужно следить. Так же, как и сердце качает кровь, так же и почка разносит все питательные элементы, витамины и все такое. Вот, все началось, знаете, с чего? Я простудила почку, старалась ее лечить, но при беременности появились осложнения. Тем более, эта нагрузка была на почку. И в итоге получился гестационный пиелонефрит, от которого не выживают при беременности ни дети, даже бывает и матеря тоже. Но нам повезло, мы живы-здоровы, родились. Я была беременна на Мансурчика, когда это случилось. Так что расскажу я, как это все у нас происходило. Хочу отдельный влог снять. Может, кому-то полезна будет эта информация. У меня сначала нашли белок в анализах. Не буду говорить, в каких. И сейчас эти анализы мне нужно сдавать периодически. Это, конечно, неприятно все. Это такие боли. Внутри почки развивается инфекция, и все может дойти до нехорошего конца, можно так сказать. Нужно постоянно следить. Сейчас еду, заодно УЗИ тоже нужно пройти, анализы сдать. Такие вот дела. С утра проверяем почки, следим за здоровьем. Дождик начался.
Друзья, я уже на готове. Видите, масочка. Самая главная маска в нашей жизни сейчас. Без маски никуда. Маска – это паспорт наш. Да. Показал, прошел. Вот у меня неотъемлемая тоже часть нашей жизни, паспорт. Масочка. И вообще говорят, это все продлится до марта вот следующего у меня тоже года. В кармане. Так, короче, я тебя жду. Мне 11:40 ехать. Да? Жди меня, и я вернусь. Давай, давай. Буду ждать. Я пошла. Я все прошла, едем домой. Такое солнышко, погода вообще хорошая. Сейчас покажу я вам. Да, тепло стало сейчас. Расул меня где-то 1,5 часа ждал. Голодные, с утра не поели. Да, быстро-быстро выехали, чтобы успеть. И еще Расулу нужно куда-то успеть, да, Расул? Да, сейчас мне тоже надо поехать. Я прям шубу одела. И такая жара, можно сказать, солнышко. Сейчас покажу. Вот такие вот у нас голенькие деревья. Лысые, бедные. Опять пробка. Зато небо голубое, да? Красивое. Хотела вам сказать, самое главное – это здоровье. Ничего нету лучше здоровья. Смотрите, какое солнышко, аж не видно ничего. Заходим домой. Ну, Расул аж побежал. Зашли домой. Такая слабость. Нужно срочно покушать. Эти маски, честно, уже задолбали. Вот. Покажу я вам погоду. Смотрите, какое солнышко. Красота, да? Сладости обычно к чаю у меня вот такие вот. Я не ем, знаете, пироженки, булочки, вот это мучное. Я это, не знаю, я это не люблю, девочки. Кто любит, пишите в комментариях. Меня вообще не тянет к этим булочкам и всему остальному, что связано с пирожными. Я люблю нутеллу. Вот, нутеллу люблю я. И вот, орешки с медом, финики. Все такое полезное я люблю. Не из-за того, что, да, я себя так приучила, просто организм у меня любит вот такое вот все. Так, и что же я готовлю? Смотрите, здесь у меня все пылает. Здесь рыбка, форель. Расулу и мне стейк. У меня уже чайник закипел. И здесь у меня спагетти. Спагетти вчерашние. Это я буду миксовать. Спагетти получается. И вот у меня гречка доваривается. Половина гречки, половина спагетти, стейк, форели. И буду сейчас соус готовить. У меня, видите, места нету на газовой конфорке. Хочу сделать соус с грибами, морковкой и луком. И залить все сливками. Будет вкуснятина. Смотрите, как у меня стейк развалился. Это что-то. Вот так вот я неудачно его лопаткой взяла. А он такой нежный, сочный, вкусный. Ой, прям объедение. Я сюда еще в гречку положила, видите, масло сливочное обязательно. Сейчас перемешаю, чтобы было вкусненько. Так. Сейчас все хорошенько перемешаю. И будем мы обедать. Далее что мы делаем? Мы готовим такой соус грибной. Здесь, видите, я уже нашинковала морковку, лучок. Она уже у меня, видите, так обжарилась хорошо. Зажарочка я имею в виду. И будем добавлять грибочки. Они быстренько жарятся, где-то 5 минут. И в конце добавим замороженный шпинат. Будет вкуснятина. И заливать будем сливками 33%. В конце покажу, что получилось. Вот так вот выглядит, смотрите, наш обед сегодняшний. Это подливка со шпинатом, с грибами, шампиньонами, лук, морковка. Половина у нас здесь гречка и спагетти. И форель. Расул уже на старте. Приятного аппетита тебе, любимый. Очень вкусно, необычно. Если честно сказать, такую еду в ресторанах не подают. Это очень полезная еда. Здесь грибы,
зелень, лук. Что только нету. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо вам большое. Приятного за аппетита. За такие слова. Приятного аппетита. Кто кушает, за вас, за нас, за Северный Кавказ. А рыбка-то вообще только с Кубани поймал. Приятного аппетита. Здесь это уже кофе Расул пил, нужно помыть чашку. Яйца купил, бананчики и мандаринчики. У нас яйца стоят 75 рублей. Угу, 10 штук. Да. А мандарины почем? 55 рублей. Угу. А бананы? У нас бананы дешевые. Вот. Бананы, да, они тоже 52 рубля. Килограмм. Вы знаете, что я поняла? Какая бы у вас идеальная фигура ни была, вот эта вот водолазка, да, она все подчеркивает, все недостатки. Не знаю, после троих детей вроде бы у меня фигура очень даже неплохая. Но водолазка, не знаю, подчеркивает жирок какой-то, которого вообще нету. Так что это надо быть такой худенькой девочкой, одевать водолазку, чтобы ничего не торчало. Очень надо быть худенькой, прям худенькой-худенькой. А я иду к подружке поздравлять ее, у нее родился сыночек. Ой, не нравится мне, как она сидит, эта водолазка, не знаю, черная лучше, конечно. У меня и черная есть, ну ничего. Расул тоже уехал по делам, а я поздравлю подружку и приду домой. Потом мы поедем куда-нибудь с Расулом. Здесь у меня детишкам гостинцы. И чуть не забыла. Понесу денежку, потому что сейчас у многих кризис. Работы нету. Вот, самое главное сейчас денежки. То, что она захочет, то и купит сыночку. Такие вот дела. Пойду. А ты пари, ты пари. На-на-на-на-на. Обожаю Джонни песню, вот. И кроссовки свои обожаю, такие яркие. Это прям мое. Вот так вот я, как обычно, оделась. Пошла.